Итак, внимание! Представляем вашему вниманию новый сайт kumak.tj. Это крупнейший сайт услуг Таджикистана. Сегодня мы будем готовить домашние пельмени. Для теста нам необходимо 2 яйца, 100 мл теплой воды, щепотка соли и мука. Начинаем делать тесто. Добавляем яйцо. Наливаем воду, соль, все это перемешиваем. Муку можно взять и первого сорта. Для 2 яиц нам необходимо около 400-500 граммов муки. Мука уйдет на глаз, тесто должно быть плотным. Если вам неудобно носить тесто в чашу, вы можете вымесить тесто на столе, так более удобно. Тесто вымешиваем около 2 минут. Надо хорошо очень вымесить тесто, чтобы оно было очень пластичным, неоднородным. Тесто на пельмени и на манты вымешивают около 2-3 минут. Потом после с таким тестом, которое вы вымесили около 2-3 минут, работать легче. Мы вымесили тесто, оно получается вот такой консистенции. Заворачиваем в пищевую пленку. Отправляем ее отдыхать минут на 30. За это время мы готовим фарш. Пельмени. Накрыли мы тесто пищевой пленкой. Отправляем его отдыхать. Взяла 300 грамм фарша и 3 средние луковицы. Перетирую всех на терке. Перетерли на терке 3 средние луковицы. Теперь сделаем фарш. Добавим сюда соль, молотый перец. Все. Фарш для пельменей у нас готов. Начинаем катать тесто. Начинаем раскатку. Слегка надо присыпать мукой, чтобы тесто не прилипло. Я люблю катать тесто тонко, чтобы пельмени были нежные. Поэтому надо постараться, чтобы тесто было тоньше, чем на манты. Тесто мы раскатали недостаточно для пельменей. Здесь формируем их. Будем вырезать. Вырезаем наши пельмени. Раскрываем тесто вот таким образом.
И делим тесто на квадратики. Вот такие. Я люблю делать пельмени маленькие, чтобы они аккуратно смотрелись. И поэтому квадратики я вырезаю не слишком большие и не слишком маленькие. Формируем пельмени. Берем небольшое количество мяса. Складываем в две части. Защипляем вот так края. Небольшое количество мяса. И защипляем края таким образом. Такие пельмени получаются очень нежными, сочными. Их можно также сварить, подать со сметаной или же обжарить на масле. Это получается вообще песня. Жареные пельмени, они лучше, чем чипсы и все остальные снеки. Такие пельмени у нас получились.